Доброго времени суток! В августе 2018 года мобильный оператор Мегафон запустил несколько акционных тарифов с безлимитным мобильным интернетом, одним из которых является «Включайся, общайся» акция. В данном видео рассмотрим его параметры и условия подключения. «Включайся, общайся» акция – это тарифный план Мегафона, основным преимуществом которого является безлимитный мобильный интернет, который работает в поездках по России и который можно раздавать по Wi-Fi, USB или Bluetooth. Рассмотрим параметры тарифа на примере Москвы и области. Абонентская плата – 650 рублей в месяц. Пакет минут – 700 единиц для звонков на местные мобильные номера и любые номера России. Мобильный интернет – безлимитный дома и в поездках по России, за исключением Чукотского автономного округа, города Норильска, Таймырского муниципального района, Республики Крым и города Севастополя. Исходящие вызовы на местные городские номера в пакет минут не входят и оплачиваются отдельно – 1 рубль 80 копеек за минуту. СМС на все местные номера в домашнем регионе – 1 рубль 80 копеек за сообщение. СМС в другие регионы и на местные номера в поездках по России – 3 рубля за сообщение. Как-то не ощущается здесь запах отмененного внутрисетевого роуминга. После окончания пакета минут автоматически подключается дополнительный пакет – 30 минут за 50 рублей для звонков на номера других операторов. Звонки на номера Мегафон России становятся безлимитными и данный пакет не расходуют. За 50 рублей в месяц вы можете подключить себе опцию с говорящим названием «Безлимитный СМС». Также стоит упомянуть, что на тарифе подключена платная услуга «Кто звонил плюс» за 1,5 рубля в сутки, но первые 90 дней предоставляются бесплатно. Ссылка на описание тарифа на официальном сайте Мегафона для вашего региона в первом комментарии к данному ролику. Данный тариф закрыт для переходов, его можно лишь купить в салонах связи Мегафона или через интернет на официальном сайте Мегафона с доставкой или самовывозом. Я считаю, что «Включайся, общайся» акция – это хороший тариф, который подойдет многим пользователям услуг связи и мобильного интернета. Абонентская плата – 650 рублей в месяц. Не самая низкая среди мобильных операторов большой четверки, но за пакет в 700 минут и безлимитный интернет, который можно раздавать по Wi-Fi, USB и Bluetooth, и который работает по всей России, можно и отдавать столько. Правда, есть на тарифе и неприятные аспекты, например, платные звонки на местные городские номера. И это при том, что на городские номера других регионов расходуется пакет минут. И все это выглядит как возможность трясти лишнюю денежку с абонента. Также на тарифе отсутствует хотя бы минимальный пакет СМС. Можно подключить безлимитный СМС, но это дополнительные траты. Но все равно, даже с учетом этих недостатков, я считаю, что тариф вполне годный. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.